Ой, у нас чат оживился так, я даже не успеваю прочитывать. Так, вы, пожалуйста, про женщин это, поосторожнее. У вас что, какие-то проблемы с этим? С женщинами, я имею в виду. У нас каждый четверг Международный женский день, а вы на женщин наезжаете. Так, в РПЦ есть способы противостояния другим миссионерам. Вопрос, есть ли католикам или протестантам или сектантам? В РПЦ вообще вот это дело слабо стоит. Потому что мы тут очень-очень долгое время жили под, так сказать, под крылом у государства. Я имею в виду царские времена, когда церковь опиралась на государственную власть. И государство, силы просто жандармерии, там, не знаю, своих каких-то органов, не пускало этих миссионеров сюда. И поэтому церковь особо сильно не напрягалась по этому поводу, считая, что здесь все наше, все, так сказать, вот наше кровное, родное. Потом, когда власть резко сменилась и начались тяжелые времена для церкви, это советские времена, гонения были, опять же церковь, там шла речь о выживании, а не о том, чтобы отстаивать там свои интересы, католиков там не пускать или протестантов. Кстати, и католиков, и протестантов, всех тут. Советская власть всех, никого не жаловала тут, не только православным доставалось. Просто православным по факту у нас больше всего здесь, поэтому, грубо говоря, нам больше и доставалось. Вот. А так-то на орехи всем досталось. Поэтому там речь шла о выживании, а не о том, чтобы борьба была с миссионерами других. И других-то не было здесь миссионеров. В итоге наша церковь, русская православная, она не имеет такого опыта, вот, ну, так скажем так, противодействия какого-то, квалифицированного, грамотного, правильного противодействия вот именно проповедникам других религий, прозелитам, которые занимаются прозелитизмом. Ну, сейчас ситуация, может быть, меняется в лучшую сторону, потому что все-таки время идет, и нам по факту просто приходится признавать, что здесь работают во все вот сектанты, протестанты, там, протестанты имеются в виду и хорошие, и плохие, они там разные, просто очень много, мы все одним словом называем, на самом деле, конечно, всякие разные они бывают. Вот, ну, соприкасаемся с ними, учимся с ними, но взаимодействовать и в смысле противодействовать вот так. Но все это далеко еще от удовлетворительного состояния. Бабушки, например, горы макулатуры, всякой аудиозаписи надарили эгоисты и вообще. А, продвижки в этом направлении. Ну, конечно, не стоим на месте, потихоньку двигаемся, но они двигаются быстрее. Знаете, вспомнил сейчас это. Фильм про Чарли Чаплина. Чарли Чаплин. Цирк. Называется, когда они с лошади пытались вдуть там пилюлю, да, и лошадь дунула первой. Ну вот как бы с нами тоже так не получилось. Они очень-очень живенько. Здесь только как Господь даст. Позволит ли он, чтобы они там дальше распространялись, или какими-то путями он их остановит, это только в руках Божьих.